дядя Хоррормейкер, у меня беда! Что случилось, дорогая? Да все никак не могу дойти до конца игры «Маленькие кошмарики». То утону, то повар зарежет, то дворецкий пристукнет, то в пропасть свалюсь, то еще фигня какая-то произойдет. В общем, никак не получается. Неужели не найдется ни одного профи, который мог бы дойти с тобой до конца? Представь себе, нет! А тут еще вчера такое, такое! Что? Что случилось, дорогая? А вот что. Сижу я, значит, дома и смотрю телевизор. Вдруг, как заболит, я звоню врачу. А врач говорит мне, езжай в поликлинику, делай томограмму. Я быстренько хватаю свой рюкзачок и бегу на метро. Поезд подъезжает, жуткий такой, да страшный весь такой. Слава богу, я вовремя выбежала со станции и стала ловить такси. И поскольку у меня закончились деньги на мобильном, я решила вызвать такси из ближайшей телефонной будки. Только начала открывать дверь, как батюшки, как полезут. Кто? Кто лезет? Кто? Да зубы лезут. Я в сторону лежу, идет такси. Да красивенькая такая, розовенькая. И только подъезжает, да что такое? Снова зубы из двери. Повезло мне, что у меня реакция хорошая. Я ногой по двери, бац, захлопнула. И бегом дальше, так пешком и в поликлинику добежала. И на пятый этаж пешком. Захожу в приемную, а мне говорят, подождите немного, можете на площадке пока погулять. Я на площадку там. Горка чуть меня не съела. Вижу комнату для детей. Я быстренько туда. Коврик, диванчик, сундучок такой симпатичный. Ну, думаю, посижу я сейчас на диванчике, отдышусь. А потом на коврике поиграю. Небось, в сундучке много игрушек. И только подхожу к дивану, хрясь, опять! Что, неужели диван сломался? Да нет, хоррормейкер, какой ты непонятливый. Зубы! Как полезут это всюду. Из дивана, из ковра и даже из сундука. И что? Что потом? Что? Нужно же как-то дух перевести. Я так испугалась, что мне захотелось в туалет. Захожу в туалет. Сажусь и чувствую, будто кто-то снизу хочет меня укусить. Я глядь, ой, снова они. Кто? Кто они? Да зубы, вот кто. Я в кабинет, а мне говорят, сначала, девочка, пойди в ванную и помойся. Ладно, иду мыться. И только разделась, воду в ванную набрала, и как бабах, изо всех стен полезут, как полезут, да такие огромные. Тараканы, что ли? Сам ты, хоррормейкер, таракан. Снова они, зубы. Я из ванной в кабинет. Нянечка меня подводит к томографу, а там такое... А нянечка говорит мне, ложись, девочка, рядом, не бойся. Я бегом из кабинета пробегаю мимо радиатора, а тут по земле что-то так ползет. Ой, какие-то щупальца жуткие, будто осьминог какой-то. Это что, я на море, что ли? Я быстро к телефону и звоню в милицию. Так и так, мол, говорю, какие-то вокруг зубы жуткие, что тут творится, невообразимое. Пришлите наряд поскорее. Они отвечают, ладно, сейчас пришлем.
мне Дед Мороз и говорит: я спецагент. Залезай ко мне в мешок, девочка, и я унесу тебя подальше. А что, я дура, что ли? Я сразу сообразила, что никакой не агент. Я быстренько в раздевалку вижу, там висит красивенькая такая куртка, такая как цыпленок. Пушистая? Желтая. Я только ее надевать, и хорошо, что я такая не крупная, потому что она с меня сразу спала. Это почему же хорошо? Почему? Да потому что как только я ее надела, оттуда не тот, что зубы, а зубищи полезли. К счастью, не успели не сомкнуться, как курточка с меня спала-то. Я бегу, а там пианино. Думаю, нужно успокоиться, поиграть что-нибудь такое. Сажусь на табуреточку, только руки к клавишам протягиваю. Хрясь! И тут как тут выпрыгнули милые. И клац, и 2 и 2. Успела руки-то отдернуть. Вот что, дочка, скажу я тебе. Хороший ты человек. Иначе бы от тебя уже только воспоминание осталось. Это тебе такое испытание было. Называется «Испытание пожирателями». Ты поняла? На всякий случай посмотри мои ролики про пожирателей, чтобы ничего не забыть и правильно себя вести. Ладно, хоррор-мейкер, обязательно посмотрю. Вот такие дела, ребята, случились с шестой в нашей реальности. Повезло ей, да уж. Оставайтесь хорошими людьми, и тогда все будет хорошо, и бояться ничего не нужно. Договорились? С вами был Horror Maker.